Как на этом говне домашнем? Сложно. Кнопочка много. Еще как дам, блядь, 10к. Тивага пишет, там друга себе нашел. Как он тебе смысл нашел? Он тоже протовок. Ну, ник протовока, правда. Он почти далеко. У Дезарта тут? Нет его. Видишь, он. Жаль. Ну, ты стал правильно, что ты называй это медведовиш. Прикольно же звучало. Либо медведь, либо ёж. Медведовиш. Нахуй тебе так много. Я тут заебываюсь на втором собираю. Ну а еще так. На ханте надо закрыть. Он в гильде написал. Какая тошнотворная фигня, если честно. Потерялы разучились снимают. То, что раньше, да, ментовский сериал, вот это я понимаю. Улица разбитых фонарей. Если не обращать внимания на крайнюю тупизну, то неплохой сериал, можно так сказать. Вот «Пацаны» неплохой сериал был, вот сейчас второй сезон. Смотрел «Пацаны»? Где супергероев убивали они. Там, я тебе говорю, начинается такая фишка, чувак, короче, с тёлкой целуется, и она, короче, с бордюра, там вот этот флэш, типа, бежит и не заметил, бах, и у чувака просто две руки осталось. Типа, от тёлки, то, что он бежал. А, я видел рекламу, да. Интересно. Эти типы супергероев убивали, короче, там. Смотри, прикольный сериал. Так, рыба в стене, где портал Локовский. Кому кулаки и каски? И чё повыше не поставили? Крест пошёл мало, да? Кулак по ДК. А там у кого-то кулак есть апнутый? Похуй. Не давай, хочу перепаковать кулак. Это будет красивая победа. Единственная
Ебать, что там Лёха хуйня? Так он равновесие не теряет, кстати, такая тушка крутится. У него мало дорого, он равновешивает себя. Забери. Танки для слабых, танчик ДД. Ну, кстати, вот. Вот что вспомнил. Пространство ты смотрел, сериал? Тоже нормально. Но никак не Мандалорец. Экспансия или пространство называется? На космос. Кисмос, блин. Правильно я сделал. Не знаю, на хранях можно сериал «Сотня» посмотреть, только первый сезон, дальше лучше не смотреть. Да, дальше лучше не смотреть, там такое дерьмо, что начинается, это ужас. Да не, в пизду, вот если смотреть сериал «Сотня», то первый сезон и все, и надо забыть о нем. Мы хотели, типа, только первый сезон. Надо быть очень талантливым человеком, чтобы, блядь, на 5 сезонов снять. Как «Игру престолов» заруинили вообще просто. Берите, нравится, берите. Чувак. Я не знаю, мне кажется, «Сотня» это просто эпик руинов. Обиделся, что ли? Я не знаю. Я забыл еще сериал «Очень странные дела», по-моему, называется тоже. Я не знаю, я сверхъестественное сейчас смотрю просто из принципа, потому что уже столько сезонов пересмотрел, и по-любому надо досмотреть. Просто не вспомню что-то нормальное. Салем смотрел кто-нибудь? Тоже нормально. Так он вечный. В плане абсолютно не важно, что происходит. Просто ты его смотришь. Это топчик. Ой, дайте тут этому человеку, пожалуйста. И второму. А вы героики, что ли? Не-не, обычка. А с героической обычкой. Не, ну если матов нету и ругательств, тогда точно обычка. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа.
просто тычка. Нормальная тема, мне нравится. А как тычать в этом уретрика? Ты что, такая же анимация, что ли? Нет. Там просто тычка. Блин, кого убьет, давай проверим. Не подходите к сове. Это надо было подойти к врагу. Такс. Ёбаная, ты 4, пока что. Не даешь благие дела делать, враз. Там БНХ сбрила быстрее, чем меня. Раз два ка не хочет дамаж. Надо прис... Ну и чё? Вот, пожалуйста, враска дала 4 дает. Все потому что я вроде. Не, ну молотки у тебя пиздец, слава. Я тебе говорю про это. По сравнению 47к или 30, да. Да, 41к. В 47 кайло повезло. Я типа 41 даже не близко. Да? Скорее всего, он не... Как-то я экзекут. Томаш пройдет, интересно, в кучу, в кучу. Тоже, да, в центр забежал. Секунд стоять. Надо было этот стопать ДПС, блядь. И бабл не нажимается. Видели, да, Лрей вагон. В разку не перегнал. Тут просто не на ком накручивать ему алый вихрь свой, вот и все. Пец просто. Просто вагон, говоришь. То в априори вот можно бы, вот это не пианист может так говорить, а я мне можно так. Кто меньше меня отдает этот вагон? Это серьезно. Не, меньше тебе дать, это пиздец. Шатрат стоит. Сколько, посмотри, сколько мне максимально молотов. Через сколько дали? Примерно вы добьете его? 14? У нас магик остался. 38. А кто нужен? А кому? Аккаунт мой. Ну, могу взять всех. Ну, по... У меня здесь два хила еще, неплохо ДДшники. Нужны РДДшники, нужны... Вообще, один танк есть? Че он ролишь? Ну, вообще... Ауди чешку. А не вообще? Не вообще, если не упадет, то может быть что-нибудь на СПД. Тебя я почти догоняю, а с ним разница вообще в 10к. Меня догоняет? Ебанец. Тебе 41. Если ты говоришь, у тебя 41. Я ж не стараюсь. Как можно не стараться, блядь, нажимать на эту кнопку как-то по-другому?
Меня ж не напуливают, я ж не прошу меня напулить, когда у меня фаза молотков усилит. Так именно меня ж тоже не напуливают. Вот в целка пойдем на леди, покажу тебе. Леди, я минжуюсь, я там руками снимаю. Лёша, зачем тебе лут плюс 50? Там мало. А, какие кубы плюс 50? Я сам постою на кубах за плюс 50. Вообще, кто на кубах стоит, тому минус должны давать и кролу, по-моему, а не плюс. Потому что ты стоишь, потому что ты типа мало ДПСишь, поэтому ты на кубе стоишь. То есть, а если их не прожать, то тогда вообще будет вайп. Так давай я прожму, а они с ДПС за меня подают, допустим. Так и делают. Ну, ты нажимай, и тебе будет минус 50. Ты же предложил, твоя идея, ты реализовываешь. Если минус 50, то там тогда по ДПСу смотрит, кто нажимает, понимаешь? Ну ты же говоришь, кубам минус 50. Ну или вообще минус, окей. Ну, реализовывай. Как я вижу, стоят на кубах, то типа не дамажат. Лёха такой объявляет, то куб не прожмёт, сразу 2000 ГП. Как говорит Лёша, ДПС не всегда важен. Тактика иногда важнее. Жать куб, тактика, но... Да, а те, кто удачно прожмет куб, тому плюс один КГП, да? КГП, да. Не, без ГП, только ЕП. Вот так. Как ГП? Можете нажимать. В чем проблема-то? Нет интереса, если нет ГП. Отставить ГП в этом месяце. Ладно, видишь, эти пацаны распалили шмот, ГП полутали, нормально. Ты понимаешь, вот я почему-то плюс за вот это ГП, это ладно, они говно какое-то распылили, а в следующий раз, допустим, прикинь бы, да, какую-нибудь фигню или с джайны бы, блядь, распылили. Это Лёша еще добрый был, он ребят кикал из гильды сразу же. Распылить? Я помню. Да, они тоже распылили, он зашел и кикнул этих троих, по-моему, или двоих. Из гильдии сразу же. Я вот один раз распалил, но всю жизнь запомнил. Конечно, ты еще запомнишь, если тебе еще ГП навалят, тогда ты запомнишь двоих. Я, блядь, запомнил, потому что это кольцо ебаное, никому нужно не было. А как он Вару, как он Вару начислил ГП за то, что он по приколу паролил за кольцо, которое на инту? Он ему отдал кольцо на инту, еще ГП дал Вару. Так это нормально. Зависит, по-моему, вот этот. Так я так вроде и сказала, говорю, Лёша еще добрый был, мог и кикнуть. Не, смысл в порядке норма. Да нет, можно тыкнуть, потому что... Это что фишка посреди экрана вылазит, а если вы, допустим, трэш бьете, можно и нажать постучай. Подерем поражал. Я даю на свою группу. Пиздец, блядь, почему ты дыдешь? Вот, выводи из ауешки, она же тоже бьет. При возможности. Опусти его одну цель, блин, быстрее, когда вот. Я только мне поддержать могу, чтобы, блядь, их можно было отхилить. Можно упали, только постоянно. Так хилы-то и не агрили никого.
просто не понимаю, что ты их держишь в метеорах, их типа много, они все стрелой АУЕ стреляют, и ты не прохиливаешь. Тому, кто в метеоре. Раздвата, скажи им, поставь свой тотем, пусть они его увидят. Ну, знаю, ему, если тотем ставить на него, боб надо. Раздвака вас всех этим тотемом зауешит. Рыба, где локовский портал в стене. Тотем не, на тотем мог бы не агриться, да? Нет, вроде бы нет. Не если нет. Он их не бьет. Дайте лапу. Че, рыбы никто не хавает? Все зафаунишь, да, да, да. Че, где вага? Че вы сели на рыбу? Какую рыбу, блядь, рыба торчит в стене. Ладно. Да. Да. Сережа, Сережа. Нету кулака, приехал. Кому еще кулак? Полипауэр надо поставить, задать такие вопросы. Да это твинг. Типа я на пале не играю. Сережа, вон рыба. А можно аспект? Синяя. А вот с пули? Я подумаю, что за хуйня, а я вы. Будет время боя, не будет, зайдешь в инсту, все. Мы можем за самой. Да, или за самой ушло. Типа минута есть. Тебе казалось, что я слаб. А я тут, блядь. Главное, смотрю, что-то, блядь, вага не бежит. И в дискорде вроде все разговаривают. Что-то хуйня какая-то подозрительная. Быта назначили, да, Надя? Я не знаю, что ты обычка не герой. Состоит он как для героика. Но он сейчас поведет по кубам. Понятно. Что делаем? Куда отлетать?
Я. Луна, Нордлет. Тут какой-то приз за меня нажимает. Ник просто еще, да? Или... Нет, там пушка. Попизди там. Ну, просто там ебашит. Временно в босса ебашишь, на куба нужен. Пусть он нажимает, я не против. Чего он хотел? Я подстраховал человек, чего он. Упали на него. Это маг удвоенный. Пусть стены темницы содрогнутся. Так мы все и держим. Нет, конечно. Там летал нет. Урон. Там не там независимо от. Там кто чем-то наносит эти. Раз ебывать отсюда. Не ебывать. Кто да, уже поливал, да. Можете мне плюсовать на РС. Ну что, как тебе шнурки погладить? Сразу плюсовал. Ой, давай это Т4 на шамана развалим. Слышишь, япончика, вы трэш почистили уже или надо бить? Да какой тут у меня пати 13 человек. Чтобы трэш почистили, уже б четко было. А потом всех покикать, да? Ну пусть будет. Погоди, ты уже ролишь? Сто пять. Ты хотел сказать 105. Там если перчи никто не ролил, заберу. И куру тоже. Надо там на кого-нибудь паролить, на Павловске. Ну да. Мне. А, он только год от вином. Леха, я на завтра РТ поставлю, чтобы ДВшники подходили в 12.
Вот, сука, мат, блядь, съебался и... Ну да, что там есть ненужного? Драган, ты тут? Там еще, если не надо, ему перч с ловкостью. Ж Драган, ты тут, нет? Лёха, а ты тут, нет? Нет. Хотя нет, давай. У меня там другое. Давайте что там подсуньте. Еще ДДшники, танки.